Знаете, чем хороши музыкальные фестивали, в частности, вот наш фестиваль Крещенде, или Гранд Пиано Компетишн, или «Звезды на Байкале», которые проходят в моем родном Иркутске. Внутри вот таких концертов происходят удивительные дуэты, импровизации. Вот девушки юные наши, мои молодые коллеги, сейчас мне перед концертом буквально, они где-то в артистической, решили попробовать сыграть танец «Савлины Хачатуряна». Это абсолютно незапланированный номер. Я сказал, почему бы нет, когда вот импровизация рождается настоящей. Саша, я попрошу тебя выйти на сцену и попробуйте сыграть премьеру. Новый дуэт. Как ты сказал, Жванецкий, с этим номером можно ездить по стране.